В Тамелинском парке сказок заканчивают обустраивать детский игровой комплекс. Все работы проводят в рамках программы Московской области формирования современной комфортной городской среды и партийного проекта «Единой России. Городская среда». Выездное совещание на объекте провел Владимир Ружицкий. Тут снять этот песок, прямо не тут, а вот так, по плоскости где-то даже за тех. При обустройстве площадки игровое пространство разделили на несколько зон. Для ребят постарше сделали сетку для лазания, скалодром и тарзанку. А для малышей организовали место для игр в песочнице, установили горку и качели. Мы были приятно удивлены. Хорошая площадка. Мы часто в Московске тоже ездим. И даже вот сравнивая с московскими, очень хорошую площадку построили. Ждем скорейшего открытия полного. Очень ждем. По периметру игрового комплекса установили уличное освещение и камеры видеонаблюдения. После завершения основных работ прилегающую территорию благоустроят. Ход работ проинспектировал Владимир Ружицкий. Здесь в целом все сделано. Ну, как говорят, надо навести лоск. А на то есть и дирекция парков, есть администрация городского округа, которые должны как-то впоследствии эту площадку принять, и те замечания, которые здесь они есть, они высказываются и мной, и жителями. Мы просто должны все привести в порядок. Детский игровой комплекс откроют в ближайшее время. В округе это одна из самых больших игровых зон. Ее общая площадь 4000 квадратных метров. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.